Тяжело в учебе, легко на ринге. В областном центре с 23 по 25 мая проходит семинар Приволжского федерального округа по смешанным единоборствам. В его работе принимают участие спортсмены из Самары, Пензы и Ижевска. В рамках семинара состоится аттестация тренерского состава, допущенного к занятиям с детьми. По итогам проверки будут выданы сертификаты Союза ММА России, дающие право на преподавание. В Самарской области смешанными боевыми единоборствами сейчас в 30 спортивных клубах занимается около 1200 человек. Берет гордость, скажем так, за Самарскую землю, за Самарскую область, в том, что много ребят, спортсменов уже не просто выступают на Самарской земле, а, скажем так, общекомандное второе место заняли на чемпионате Приволжского федерального округа. 6 человек спортсменов выезжали впервые на чемпионат России, провели достойные там схватки, конечно, без медалей, без призов, но тем не менее первый опыт уже получили. Что касается Приволжского федерального округа в целом, то здесь очень серьезный, хороший, достойный уровень. И наш вид спорта развивается от года к году. Вот, все сложнее и сложнее ребятам пробиться на какие-то соревнования, потому что сумасшедшая конкуренция. А это говорит о уровне подготовки, о уровне работы именно тренерского состава, потому что спортсмен сам не сможет стать чемпионом. То есть ведет его грамотный тренер.